Друзья, всем привет! С вами Владислав Лисовец. Сегодня будем разбирать мой гардероб. Я покажу вам самые свои любимые вещи, актуальные, модные, стильные, красивые, аксессуары, как подбирать, сумки. В общем, будет всего много интересного. Луки абсолютно разные. В финале будет самая бомба, поэтому вам нужно досмотреть до конца. Расскажу вам про свой первый образ. Это один из моих самых любимых образов уже последние 4 года, потому что 4 года абсолютный тренд – это оверсайз пиджаки, это широкие брюки. Я могу пойти на переговоры, могу пойти на мероприятие, на концерт, в театр, абсолютно везде. Ну, для начала, чтобы он был абсолютно завершенным, должны быть на мне очки и волосы вот так. Пиджак. Лучшая покупка 2020 года. Секонд-хенд в городе Казани стоимостью 450 рублей вместе с этикеткой. Он был абсолютно новый. Кроссовки Asics. Они такие просто спорт, грубые. Очки куплены в Милане 15 лет назад. Женские La Perla. Где круто смотрится. Особенно на парнях. Очень симпатично выглядят женские очки. Ну как без Balenciaga в 21 веке? Мои любимые брюки без каких-либо лого. Ничего нигде не написано, нет никаких лампасов. Тяжелая ткань, которая лежит на обуви, они длинные, и, в общем-то, я иногда на них наступаю. И рубашка огромная, широкая, OAMC. Вот такой бренд, это мой первый образ, самый коммерческий, самый простой, я бы назвал его даже повседневным. Следующий образ, практически Total Look Gucci. Аксессуары, прекрасные Swarovski. Это выглядит красиво. Вы точно должны купить себе что-то блестящее и красивое, если вдруг вы стали приверженцем стилистики 70-х. Вещи дают настроение. Смотрите, женская серьга. Я ничего не боюсь. Это выглядит красиво. Кстати, это тоже моносерьга, но я ее использую как брошь. Сумка, которую я купил 16 лет назад. Я выбрал рыжую, потому что мне показалось, что и с черным будет круто, и с цветным. Сейчас, кстати, бренд стал повторять этот замок, но только на женских сумках. Это мужская сумка. И для того, чтобы образ чуть-чуть сделать более современным, просто чик, бейсболка, появляется уже хулиганство. И миксуем, и получается, образ будет выглядеть еще круче. Образ прогулочный. Брюки русского бренда «Мирная контора». Футболка тоже контора, но моя, Владислав Лисовец, Полис. Джинсовая куртка просто моя любимая. Генрих Випсков. Випсков – польская фамилия, поэтому не совсем могу правильно выговорить. Очки «Селин», сумка «Акне Студио». Очень ее люблю, с Микки Маусом, граффити. Выглядит очень круто. Ну и, конечно, друзья, мартинсы – незаменимая вещь в каждом гардеробе. Должно быть просто у всех. И я так часто езжу на мопеде. Специально для ВОК. Единственный в России шлем «Версачи». Оригинал с показом. А на мопеде ездит Лисовец уже 10 лет. Кожаный, строчка, орнамент фирменный, надпись «Версачи». В общем, на мопеде это выглядит очень красиво. Внимание! Один из лучших моих образов, таких повседневных. Плащ Джилл Сандер. Купил специально на 2 размера больше. Для того, чтобы выглядеть как шифоньер. Добавляем сюда еще одну сумку. Мне кажется, именно такой плащ был у Леонида Ильича Брежнева. Друзья, супер агрессивный образ, который мне очень нравится. Толстовка оверсайз, просто гигантская. Balenciaga. Брюки очень красивые, могу вам их показать. Это Bottega. Ботинки на шпильке, тоже Balenciaga. Очки куплены в Италии на бензоколонке. Кстати, иногда обращайте внимание, именно там можно найти что-то интересное. И, конечно, аксессуары. В моем случае это кристаллы Swarovski. Это колье, которое можно компоновать между собой, там несколько цветов. Я выбрал голубые и сиреневые, потому что это реально симпатично выглядит, и это конфликтует с этим образом. А главное, я выбрал вот эти два прекрасных колечка с кристаллами, которые переливаются из новой коллекции, для того, чтобы сделать образ более вкусным. А вот этот лук очень интересный. Интересный он потому, что костюм здесь русского дизайнера, и сконструировал его я совместно с ним. Я увидел себя в клишах и увидел, что клиша круто бы сочетались со стилистикой 90-х. С большим пиджаком из начала 80-х. Футболка Лисовец, обувь
Мартин Росс. Если кто не знает, обратите внимание, это дико интересный бренд. Косынки я в последнее время ношу, такой хиппи, стилистика мне стала нравиться. Плащ, которому очень много лет, я очень его люблю, это Этюд. Покупал я его в Петербурге, он смотрится совсем хорошо. Есть вариант еще второй, допустим, взять черный плащ. Ну, если вы не настолько смелый, как я, и все-таки любите такое потемнее, более сдержанное, то предлагаю вам убрать яркий плащ и взять классический, но он может показаться классическим, на самом деле черный плащ очень круто скроен. Бренд русский Zenwear, получается совсем другой образ. Очки — это финальный такой, такая вишенка на торт, когда ваш образ становится прям, ну, супер крутым. Очки Лисовец. Я в этом году сделал такую лимитированную коллекцию оптики для мужчин и женщин. Ну вот, у нас начинаются самые агрессивные образы. Кожа – это абсолютный тренд, особенно эко-кожа, из которой сделан этот плащ Zeacam. Кожаные брюки H&M. Ботинки, ну я уже не буду их называть, вы поняли, назовем их шпильками. Свитер русских дизайнеров Matt Frenzy. Одно единственное пятно здесь – это свитер и бейсболка Ami. И, конечно, сумка, про которую нельзя не сказать – это Comme des Garçons. Чем дополнить образ? Нужно дополнить, смотрите, кристаллы Сваровски. Круто сочетается с кожей и блестит. Друзья, ну спасибо, что вы досмотрели до конца это видео. Надеюсь, вы поняли, что надо быть смелее и одеваться ярко. С вами был Владислав Лисовец. Всем пока, до встречи.